обилие осадков – это, конечно, гораздо лучше, чем засуха. Влага является у нас лимитирующим фактором для формирования в целом урожая. Другая сторона здесь – то, что такие погодные условия могут несколько задерживать проведение весенне-полевых работ. Если смотреть по погоде, то на 2 недели – это минимум. Мы, как сказать, запаздываем. Ага, и посевные полевые работы, также и вот в огороде. Вот эти от холода вот так вот они почернели. У меня вот эти помидорки. Как только услышу по телевизору, говорят, что заморозки, бегу в теплицы утеплять дополнительно. Мы находимся под воздействием циклона, центр которого находится на нашей республике. И поэтому у нас погода дождливая, холодная. Тем более вчера вечером проходил холодный фронт. И в некоторых местах Татарстана отмечались и грозы, и смерчи. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.